Запорожье посетила официальная делегация консультативной миссии Европейского Союза. Ее главная цель – усилить и поддержать реформы сектора гражданской безопасности. В составе делегации следователь криминальной милиции Румынии и майор пограничной службы Финляндии. Хотя, согласно действующему законодательству, правоохранительные органы не подчиняются местному самоуправлению, местные власти могут быть задействованы в процессе реформирования сектора общественной безопасности на любой стадии этого процесса, утверждают специалисты. Наше воздействие – это именно консультирование и помощь при имплементации, поддержка, например, навыков управления, хороших навыков управления, планирования, если надо, и консультации в плане каких-то занятий, тренировок.